Сегодня на обсуждение бюджета региона в Рио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отклонил предложение Департамента строительства и транспорта региона о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50%, то есть до 30 рублей. Тариф останется прежним. «Мы не пойдем на увеличение стоимости, будем искать другие резервы», – заявил Гладков. «Считаю, что в достаточно сложной ситуации находятся сейчас люди, и такая нагрузка станет непосильной. Будем решать другими средствами, которые есть в нашем распоряжении, без ущерба нашим транспортным предприятиям». Конец цитаты. Вячеслав Гладков ведет активную работу в Инстаграм, ежедневно размещает там актуальные посты, сам общается с подписчиками. В комментариях к сообщению о том, что в Рио губернатора начинает знакомство с муниципалитетами, староскольцы поинтересовались, когда ожидать визита в наш город. Вячеслав Владимирович ответил: «В воскресенье».